кажется, у меня запись слетела, пойду проверю. Наверное, место позакончилось нахер. Не, все было нормально. Ну ладно. Это у нас 19, напомню. Просто молча, потому что мне надо допройти. Дело чести. Ага, даже вот так, отлично. Во, вот я с самого начала именно вот это вот потом подумал. Когда понял, что этот ящик туда двигать как-то нет ни желания, ни этого, ни необходимости. И, конечно, шар понадобится нам где-то дальше. Но я так понял, что шар предположительно, да, надо закатить. Давайте закатим его, чего бы нет. Ядрен батон, ну по идее все, последний уровень остался, прям вот последний, все, 20-й, если он не последний, то он самый последний, вот как хотите он последний. Я прошу прощения еще раз, в очередной раз говорю, что прошу прощения, потому что я прошу прощения, потому что это прям... Просто похоже немножечко начинается. Все, потому что тот же самый уровень и есть. Это ж босс, мать его.
Причем он, по-моему, в русской фуражке, если ничего не путает. Здорово, босс. Это реально последний уровень. Нихера себе. Если же он бог. Я просто думал, что он что говорит там, короче. Но нет. Сама по себе музыка, да, уже начала раздражать. Ну ладно, хоть взял монетку. Хоть что-то. Да что вы говорите, я умер. Представляешь, я умер. Ужас какой. Я же даже не подозревал. Не, ну это пиздец, серьезно. Это вот, ебнуться вот так, это ж пиздец. Вот он не успевает, блять, развернуться нормально. Потому что он не может сразу в бок. Он начинает вот так, блять. Широкие виражи, блять, закладывай. Не подпрыгивает от этого. Тоже научный горьким опытом надо, чтобы вот эта штука туда проезжала. Ага, отлично. Вот это прям хорошо сейчас. Да куда ты развернулась? Блять, камера! Ну, сука, вот какого хера, а? Вот как вот это называется? Она взяла, показала, развернулась назад. Здорово! Я думаю, может, что произойдет. Слушай, вот так вот ее бог. Как тебя разрезало, объясни мне, блядь. Куда ты катишься, блять? Я вообще ни единой кнопки не нажимаю.
Здесь ни склона нет, ничего, здесь ровная поверхность, ёб твою мать! Я хуй знаю, как это проходить, серьезно. Я не представляю, серьезно, как это там можно пройти. Да как он тебя разрезает, ёб твою мать! Какой в жопу Dark Souls, блядь, при чем он здесь? Он стоит тут на месте и начинает катиться в сторону пропасти. Ну вот, я не знаю. Вот там и суицидник какой-то, по-моему. Вау! То есть я просто подъехал в эту сторону, чтобы мне запрыгнуть потом на платформу. Камера сместилась на эту платформу, а я где-то там остался просто. Вау! Не, ну такого, блядь, ну серьезно. Ну такое ощущение, что он как будто первые 10 уровней он сделал, а потом ему стало все больше и больше влом, и... То есть дизайн-то он разработал, а как там сами уровни работают они или нет, ему было похуй уже автору. Ну вот как вот я здесь должен запрыгивать в данный момент? Они высовываются одновременно, когда оно подъезжает. В этот раз они отспавнились не в том порядке, но начинает вместо просто уровень заново, потому что что-то еще можно сделать, ничего. Как я должен от них от всех уворачиваться? Я не понимаю. Эту платформу ждать здесь. Вот они одновременно опять. Мы забьем на это хуй. Как я должен проскочить это место? Как? Там вон их до хера потом, чего такого нету. Mm.
Ну да, только здесь теперь шипы. Замечательнейше, просто шикарно. Муа! Как? Ну, замечательно, теперь эти еще в одинаковом порядке, блядь, вылезают. Серьезно, они прозрачные? Нормально так, да? Что еще тут прозрачное? Столько времени объебывался, чтобы на это постоянно запрыгивать. А оказывается, это прозрачная херня. Чуть не проехать просто могут. Охуенно. Но. Мне кажется, там просто монеты собрать и все. Я туда не хочу. Бля, ну хоть чекпоинт здесь. Да, там просто монетки. Эти монетки сейчас. То, что здесь есть чекпоинт, это прям вообще хорошо. Ех. Откройся, клетка, блядь! Охуеть!
еще. Какого хера клетка-то не открывается? Вот же здесь кнопка была, я по ней катался. Теперь не нажимается. Это что за хуйня, блядь? Пиздец, ну серьезно. Если сейчас из-за этого просто, это просто в пизду серьезно, это говно тогда. Чтоб кнопка просто взяла и пропала? Если бы надо было обязательно туда идти и там что-то нажимать, вот так там, наверное, блядь. Вот она кнопка, да? О чем мы говорим? Ну, блядь, вот она. Ребят. Поторопился. Скорость большую набрал. А, то есть она была прям сразу, да? Окей. Как ты не проехал? Объясни. Я серьезно уже, я не понимаю. Как можно было здесь не проехать сейчас? Четыре утра. Пиздец. Какого ж хуя ты меня разрубляешь? Меня даже здесь не было уже, серьезно. Вот она была, и вот где я. И как она меня вот здесь умудрилась разрубить, блядь? Так, а здесь-то я что сдал? Так, чекпоинт, ребят. Спасибо. Чекпоинт, серьезно, было вообще охуительно. Там, походу, просто несколько монеток. Я, конечно, все монетки теперь не соберу. Это будет единственный уровень, в котором я не собрал все монетки. Ну ладно. Думаю, я как-нибудь переживу сей прискорбный факт. Тихо.
чекпоинт прям полетели, не к добру это. Три их как-то можно проходить, это проходится просто, это очень сложно и муторно, но как-то это проходится. А была вот здесь, я сюда пропрыгиваю. Нет, она умудряется в будущее, блять, вот здесь. Я в одной комнате, она в другой. Она умудряется с другой комнаты просто зацепить, убить. Чуть казалось, что я посередке ровно еду. Но я понадеялся на свой сука. Свой сука. Кажется, там куда-то два топора проходить. Так. Бля, еще 40 минут уже, пиздец. Это будет, наверное, очень длинный ролик. Понял юмора сейчас. Да только что 4 раз так проходил. Каким образом теперь ты, блядь, у меня не получается? Блядь, ну что за ебаный бред? Я вообще не знаю, как это пройти, если честно. Бля, здесь топор еще. Сука, я вообще что-то не обратил внимания, что здесь еще и топор. Ну, не скажешь уже, пошло оно все нахуй, слишком далеко зашло дело. Тебе нашел вперед, блядь. Наверное, разбивать придется, потому что второй раз уже перекидываю запись. Короче, по ходу дела я, кажется, мою голову посетила гениальная просто идея. Сам тесто будет, если все, что я тут сейчас записываю, оно там будет жуткий рассинхрон, но нельзя будет просто не делать. У меня есть подозрение, из-за чего может быть такой рассинхрон. Потому что такое уже один раз было. Вот. Бля, ну это пиздец. Короче, через пилы, чтобы перепрыгивать просто. Ну это же ебануться. Внизу пила, вверху топор. Как хочешь, так и делай, абсолютно.
Вот куда ты улетел-то, блядь, сука? Серьезно, сел записать смотровую, еще хотел сегодня N записать на воскресенье. И сижу уже 4 часа, записываю этот помидор. Он долго грузится после каждой смерти, а? Я прям не знаю, как будто GTA San Andreas целиком прогружает. Кто быстрее грузится, серьезно. Я не понимаю, здесь я через пилу, я там затупил, когда с топором с этим, и на пилу напоролся, топор прошел, и на пилу напоролся, там через пилу можно было перепрыгнуть, но толк-то от этого. Там-то можно было, да, вот здесь-то, когда они попадаются мне рядом, здесь вообще ни хера сделать, абсолютно не могу. Ну да, если бы здесь не было жизни, были еще бы, блядь, если жизни были бы, это вообще было бы пиздец. Там еще камин на самом верху, я не знаю, что я туда иду. Что я после этого жду? Да, наверное, камень этого дебила мне уже брошу. Он скажет, ну а теперь, чтобы статуэтку, которая появилась после этого здорового чувака, взять, да, и всю эту дорогу назад, короче, надо идти. Да, игру точно нахуй пошли. Как у меня сейчас получилось, я не понял. Ага, конечно же не будет никакого чекпоинта, да? Ну окей. Сейчас потом до одного. Почему ты не запрыгнул? Объясни мне, блядь! Да, надо спихнуть этот камень будет на здорового чувака. Сейчас не представляете, какими я усилиями сдерживаю, чтобы не начать кидать что-нибудь в монитор, просто кулаком в него въебать и так далее. Я пиздец на самом деле нервный человек, мне нельзя в такие игры играть просто в принципе. Первые 10 уровней реально такие прикольные были, но там местами было немножечко сложненько, но там так вот немножечко, чтобы типа почувствовать, что какой-то челлендж, так сказать. Здесь же это просто пиздец какой-то, серьезно. Вот как? Она отъехала, я в этот момент прыгнул, но она меня задела и разрубила. И специально подождал, чтобы она отъехала. Не, нихуя. Она тебя разрубила. Хотя, блядь, был на уровне... Ай, блядь. Уже прочитание по поводу того, как тупо какие-то определенные моменты сделаны, это бесполезно. Это туда-то, блядь, я пока, блядь! Сука, я ж по краю ехал, какого хера ты на середину-то попал? Вот серьезно, ну почему нельзя было чекпоинт после того места поставить, а? Вот эти пилы проходить, это, блядь, это ж ёбнешься просто, просто умом можно тронуться, пока все это говно пройдешь, блядь.
Я, блядь, еще без наушников, без музыки. Вы там, наверное, вообще ёбнулись, просто с ума сошли от музыки, от всего, там выключили все это нахер. Вот все же уже, вот, вот блядь. Там больше нет ни чекпоинтов. Надо четко, когда две крайние вместе туда уезжают. Вот с ними вдвоем надо идти. Ну все, пизда! Это еще не все, не странно. Сейчас будет все. Теперь все. Да. Вот какого хуя он сейчас не запрыгнул? Вот объясните мне, какого хуя он сейчас не запрыгнул на эту сраную платформу? Я не понимаю. Как хотите, я не понимаю, почему он не запрыгнул на эту платформу. Бля, там всего 3 монетки. А ебатни из-за них там просто... Ну вы видели, что там творилось. Я просто взял камеру, переключился на другое место абсолютно. И как туда надо запрыгивать, я не понимаю. Куда ты упал? Куда ты, сука, упал? Блядь! Ну, блядь, давай теперь здесь еще будем умирать, блядь, каждый раз. Ну, неужели, блядь, запорчик сраный поставить нельзя было, еще чего-нибудь? Нет, два камушка положили, которые то срабатывают, а то не срабатывают. Еще вот такой же забор, как здесь, как на нижнем уровне нельзя было поставить. Слишком жирно для тебя, да, скажешь? Вот здесь опять этот заборчик. Где он нахуй не нужен, этот заборчик? Нет, он стоит. Ну хуя он здесь нужен? Mm-hmm.
Вот что, блядь, происходит? Сука, я стану... Блядь! Блядство блядское! Я просто остановился и не... Блядь, даже кнопку ни одну не нажимал. Стоял, ждал, пока приедет пила. Он стоял, стоял, потом... И покатился в пропасть. Ну, заебись! А чего просто не взрываться тогда, сидя на месте? Ну, хули! Ну, помидор суицидник, блядь! Кстати, тут что-то в голову пришло, что типа, блин, ёбаный в рот, что мало этих картинок, типа, смешных, когда ты, типа, ты умер, там что-то Dark Souls, еще что-то там, тупая игра, вот как сейчас было, да. Просто подумал, сколько угодно народу, когда называют, да, блядь, там, мамку разработчики, ебал, в таком случае. Мне в таких случаях себя хочется пидорасом и говноедом назвать именно самого разработчика, а не как не его маму. Не знаю, с чем это связано серьезно, но просто, ну, блядь, ну вот как? Первые 10 более-менее, потом пара еще таких, это, и это пошли уже, блядь, забагованные, то он сам вывалится, то сам куда-то поедет, то, блядь, кнопка просто возьмет и нахуй пропадет. Это было самое охуенное, как... То его отпружинят от камня, блядь, как будто он резиновый, этот помидор! Вот 200 раз ничего не произошло, когда я врезался в камень, на 201-й его оттуда как резиновый мячик откинуло. Ну, нормально, блядь, чё? Так, тут у нас... А музыка все та же играет, да, красота. Выиграл. Это пиздец. Просто пиздец, серьезно. Я там не собрал 3 монетки, но серьезно, перепроходить уровень из этих 3 монеток. Ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов и на канал с разставки музыкальной темы. И всем всего доброго, хотите в хорошие игры. Это был полный пиздец. Но, блять, я его прошел, этого сука ебучего, блядь. Хуй пизда говно за лупу Барбара Стрейзен. Фу! Просто вот это вот так вот. Пиздец! Вот, все, всем всего доброго, хотите хорошие игры. Всем пока.